Продолжаем играть в Elden Ring. Исследуем замок, ищем боссов. Самое главное, это боссы, конечно. Хочется боссов найти. Не знаю, где они, но пока мы их не найдем, мы будем исследовать, исследовать, исследовать и еще раз исследовать. Звук отстает почему-то. Иногда лагает камера. Иногда лагает камера. Это значит в смысле, что... Я имею в виду... Что это значит? Лагает в том плане, что да, когда игра и камера, она бывает подлагивает, и поэтому звук отстает. Ну, как бы кажется, что это звук. Это последний, я не знаю. Если я устану, то последняя. Ой-ой-ой-ой. Это плохо. Это очень плохо. Этого лучника мы уже умеем. Но он даже немножко подвис. Ой! Это еще? Это еще? Это еще? Так, хорошо. Этого добьем. Чтобы он не мешался. Хорошо, добили. Ага, этого зарезали. Здесь мы ничего не... Здесь мы ничего не имеем. Здесь мы ничего не имеем. Что мы здесь имеем? Так, а сильно отстает? Сильно вообще лагает? Как? Вроде нет, вроде не сильно. Так, тогда тут... Так, у нас есть путь туда наверх. Еще сзади мы какого-то босса не зачистили. Сейчас попробуем вот здесь вот всех зачистить. По очереди, по очереди. Раскайтим. Ой-ой-ой. Да тихо. А двоих сразу можно? Так, он с щитом бежит. Ага. И вот этого. Тихо, тихо. Своим двуручником месит. А чё он не станется-то? Ни разу. Ни разу не застанется. Так, у меня уже 30 тысяч голды, мне умирать нельзя. Сейчас вот этого убьем и пойдем на благодать ее. Юзнем. Ой-ой-ой. Так нельзя, 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 нельзя. Давай, беги, беги, беги. И оп. Тихо. 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 Сейчас, я отвечу на все вопросы, когда добью. Тихо. Что-то какой-то слабый уже этот стал меч мой, Свайхандер. Что он прямо мало наносит урона. Так, у тебя лагает камера. Да ладно, фиг с ним. Самое главное, что игра не лагает. Если камера лагает, то фиг с ним. Значит, все, устала уже. Для чего ты проходил Мафию 3, если она говно? Потому что как я мог понять, что она говно, если бы я ее не проходил? Никак. А, так здесь ничего и нет. Зачем мы сюда прибежали? И мы зачем-то опять били одной рукой. Вместо двух, поэтому и урона так мало было. Ладно, хорошо, пойдем наверх. Хорошо, пойдем наверх. Ну, мы сверху пришли, зачем нам наверх? Это с одной стороны. А с другой стороны, куда нам еще идти? Ой, а чего их так много? Давайте по одному. Давайте по одному. Давайте по одному, а. Тихо-тихо-тихо!
Да, блядь, ну как ты докинул-то? Хорошо, теперь вот этого бьем. А у тебя насколько прокачаны пушки, катана и цвейхендер? Я не помню, по-моему, плюс 6. Может быть, меньше. Ой! Нет! Это мне не надо. Этот чел слишком сильный пока. Мне там каких-то камней не хватает, чтобы прокачать катану. А спустишься? Может, спустишься? Чел, ну спустись. Спустись сюда. Ладно, сейчас пока другое спустится. Другого заберем. А, так там второй ходит, такой же сильный. И не они не хотят спускаться. Они не идут. Я опять одной рукой... Тихо! Тихо! Их двое, не. С двоими я уже не умею. Так, у меня чисто в шее стрела. Или в руке. В шее стрела у меня, да. Тихо. Ну, у меня две банки. Давайте вот здесь вот этого заберем. Тихо. Хорошо, одного забрали. Ну все, у меня последняя банка осталась. Вот этого забрать. Да ну нет! Сейчас, ладно. У меня шансов немного, но... Но мы попробуем. Ладно, у нас получилось. У нас получилось. Хорошо. Но у нас больше нет банок, вообще ни одной банки нет. Ноль банок прямо у нас. Мы с тобой одни. Там еще на Твиче смотрят. Еще на Твиче смотрят. Я же на несколько платформ стримлю. Здесь прямо сильные к такому меня жизнь не готовила. Не-не-не-не-не. Эти не надо. Это мне не надо. Блять. У меня банок нет даже его. С нее можно слезы. Ты баночку дополнительную не юзаешь со слезами? Нет! Все. Габелла. Ладно, хорошо. Я понял. Здесь мы тогда просто пробежим. Здесь мы тогда просто... В нем можно в слезы вставлять с разными... Не, я что-то не юзаю. Я не знаю, что это такое. Не знаю, о чем ты говоришь. Ты стримишь 4 часа. Окей, хорошо. Так, а мы откуда? А, мы наверх пошли тогда, да? Мы пошли наверх. Здесь мы решили всех пробежать. О, вот этого мы... Вот этого я пока не хочу бить. Мы в какую сторону-то всех пробежали? Поздравляю тебя, что ты играешь 4 часа. Так с чем? Что хилку? А, хилку можно туда вставлять? Блять, я сейчас запутался. Где я сейчас нахожусь? Так, здесь я был. Этот меня бесит. Босс этот меня бесит. Все, я вспомнил, где я. Получается, я вот здесь на лифте поехал. Ага. Вот здесь я поехал на лифте. Либо можно было туда пойти. Потом я поднялся наверх. А там благодать, погодите, наверху. Стоп, что-то я запутался. Я запукался! Я запукался. Так, этих... Да, блядь, не еби! Так, не еби, не еби. На костре можно распределить эти слезы.
А, ну... На ману я не юзаю слезы. Так, подожди, стоп, мы по кругу пришли. Мы по кругу пришли? Зачем? Мы сюда нам, что ли? А, нам сюда. Все, я понял, мы вот здесь. Все. Я понял, мы вот здесь. Тогда надо босса тогда убить, наверное, все-таки. Так, руны подберем. А где руны? Руны мои где? Не, блядь! Хуйня. Минус 35 тысяч рун. Вообще, похер. Минус 35 тысяч рун. Они не там, где я умер. Они где-то в жопе. Они где-то в жопе. Потыкай там на костре. В смысле, на вот этой? На вот этой штуке? Вот это, что ли? А, так это бафы. А как? Да что-то я даже не хочу разбираться. Давайте что-нибудь вставим. Это снадобья какие-то, я не знаю, как их юзать. Ты их типа юзаешь, они временно что-то дают. Давайте тогда босса убьем. Это не бафы, а что это? Это на постоянке, типа? А чё не прыгает-то? А чё не прыгает-то? А чё не прыгает-то? Ча? Ещё раз. Да, блядь. Это доп-баночка? Ладно, посмотрим. Аху! Куда я уперся? Да, блядь. Отпрыгни. Хорошо. Так, живем. Да, блядь, ну я ж прыгнул. У меня на нее даже... Что? У меня не хватает на этого босса скилла. У меня на этого босса не хватает скилла. Блин, ну, вот эта нога... Я потом прочитаю там на Твиче. Потому что я сейчас занят чуть-чуть. Потом про банки прочитаю. Да ёшкин твою мать! Так, еще раз. Так, у нас есть вот этот босс, и еще есть какой-то один босс. А, еще можно вот туда пойти. Блять, все, я запутался нахуй. Так, не на ману. Так, это не баф, это доп баночка. Ты в нее вставляешь либо бафы, либо хилку. Слезы падают с деревьев вот этих, которые ты берешь. Слезы имеют разные эффекты. Ага. То есть вот дерево, которое я бью, на нем слеза. И я могу ее как доп баночку типа использовать. А какую баночку я могу использовать на... Повышает выносливость, восстанавливает половину ОЗ. Вот эту, да? Повышает выносливость. Ну, давайте силу повысим, чё. Я, наверное, сейчас пойду спать. Да хорошо, хорошо. Как удобно. Я ж не заставляю меня смотреть. Сейчас этого босса убьем. Здесь он? Вон, да. Нет, стоп, это не он. Не тот. Я не того хотел. Благодать? Это благодать? Это благодать или нет? Нет, это костер какой-то. Пока-пока, Алексей, пока. Я туда могу перепрыгнуть? Оп. Оп, лут. Ой, этого... Другой пушкой надо бить. Вот этой. А чё ты щитом-то закрываешься, гад? Гад!
Гад закрылся. Так, хорошо, этого убили. Все, я запутался в этом замке. Я уже хуй знает, блядь, вообще. Я уже просто запутался. То есть это работает так. Ты пьешь. Снадобье. А, во, все. Вот боссик мне уже нравится. С него, по-моему, золотое семечко падает с этих ящериц. Сейчас, я потом дочитаю. Сейчас первым делом файт, а потом все читаем. Да блин. Надо уйти с этой хуйни. С этой сверху уйти. Ой. А что так жестко-то? Что так жестко-то сразу? Так. Да блять! Так, а я могу вызвать? Не могу. Как мне подойти к этой ящерице? Как мне подойти? Я как-то от нее атаку уворачиваюсь, сам не знаю как. А может прокнет катана-то мне хоть раз сегодня? Ой, шеей. Так. Да, блядь, шеей. Так. Ой, она прямо огонь под себя кидает. Вариация эффектов ты выбираешь деревья. Видишь? Я понял, да, то есть ты юзаешь ее, и она работает. И она работает, ну, на тебя. Потом, когда ты умираешь, она заново. И ты просто можешь, ну, получается, разное в нее закинуть. Можешь закинуть. Хорошо, это получается ящерица где? Это ящерица вот здесь, да? Это ящерица вот здесь. И что-то ни одной, блядь, благодати нет. Сейчас еще вот сюда сбегаем. Может, тут здесь благодать? Я хочу благодать где-то поближе все-таки. Я уже запутался. Кстати, про прок катаны, это не рандомно. Прок — это когда на противника накладывается эффект кровотечения, который она накладывает. А-а-а. То есть, если я долго... То есть, мне надо много ударов нанести, чтобы она прокнула, да? Если я долго не бью, этот эффект слетает, правильно? То есть, мне надо много ударов нанести, и она прокает. Потому что на ящерице, мне казалось, я достаточно ударов нанес, но она все равно что-то не прокнула. Так, эти пауки. Бечевка. Так, ну я уже вообще в каких-то канализациях. Я уже, по-моему, это уже поворот не туда произошел. Это уже поворот не туда. Мне нужно все-таки определиться, какого босса я бью. Либо дерево, либо ящерицу. Да, много ударов. Окей, хорошо, посмотрим. Так, это мама-паук, это мы помним. Мама-паук из пальцев. Нам только лут нужен, ну. Все остальное нам здесь не надо. Этих я не хочу здесь бить. Так. Эффекты копятся так, как тебе прям, когда противники... Эффекты копятся на тебя прям... А, ну прям так, как когда противники... Все, я понял, да. То есть точно так же и ты можешь делать. Так, туда это надо оббегать. А нырнуть? Ой. Что-то вас... Вас даже не перепрыгнуть. Хорошо. Так, это босс, да? Так, тихо. Все, мне пизда, да? А можно не так жестко, пожалуйста?
Можно не так жестко. Все, хорошо, сейчас тогда зачистим эти катакомбы и пойдем на боссов, потому что уже надо куда-то... Надо определяться, куда мы идем уже, потому что это уже невозможно. Мы бегаем, бегаем, бегаем в разные стороны, понять... А понять, куда нам идти, не понимаем. Поэтому сейчас мы аккуратненько поступим следующим образом. Мы еще, кстати, здесь не чекали. О, скоробей, ну-ка. Скоробея мы заберем. Да блять! А ты можешь уебаться как-то так? Ну уебись, тетя. И вторая, и третья! А выпрыгнуть! А выпрыгнуть-то, блять! Тихо-тихо, тетя, тетя, блять! Тетя, спокуха! Спокойно, блять! Можно по одной как-то? Да блять! Господи боже, нахуй, да господи, твою мать. Я в стену ебу! Я в стену... Это ящерица? Это, кажется, ящерица, да? Это ящерица. Это другой выход к ящерице, хорошо. Понял. А скоробей где мой? Да нет! Из-за угла, тварина. Встать, 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 встать. Встать, бежать, бежать. Лут соберем, лут соберем. О, куда мне бежать? Куда бежать? Скоробей мы так и не собрали, да? Он все, он исчез, получается. Блять, мы вообще где? Мы вообще где? Вообще уже в каком-то зажопинске. Мы оббежали просто все. Мы просто оббежали. Ладно. Ни одной благодати, понимаете? Нет, ни одной. Мы открыли где-то в жопе мира благодать. У некоторых противников резисты к кровотоку, например. Поэтому может вообще не прокать. Может, у ящерицы такой резист? Может, у ящерицы такой резист к кровотоку? Я вообще не понимаю, куда мы прибежали, вот честно. Я уже вообще, я потерялся. Все, я уже бегу просто, куда глаза глядят. Я уже просто бегу, куда глаза глядят, и все. Опять эти мобы сильные. Да я не хочу вас бить. Честно, не хочу вас бить вообще. Не хочу, отъебись от меня. Да отъебись от меня! Благодать, блять, ура! Ура, сука! Мы нашли благодать. Сядь! Да сядь! А, благодать заюзать. А, все, я не могу ее заюзать. Здесь соперники. Это босс? А, это... Это босс? Что-то уже... Все. О! Семечко сопрем. Семечко сопрем. И побежим дальше. Вот так вот и проходит изучение, блядь, замка. Так, здесь еще кто-то. Убегаем. Убегаем. Сюда забежим. Сюда забежим. Здесь ничего... Собаки. Сплошные собаки. Мне по сюжету-то куда хотя бы надо? Мне по сюжету-то куда? Здесь опять какой-то вход, блядь. Да ебать. Похоже на крепость круглого стола, на которой мы были. Да-да-да, очень похоже на крепость круглого стола. Или как она там называется? Не крепость, а штука круглого стола. Я с лестницы упал. Куда я вообще попал? К боссу. К боссу. Благодать есть около босса? Куда я попал? Но терять нам все равно нечего. Так что идем к боссу. Идем к боссу. У меня 7 банок на босса. Вместо 12.
У тебя вроде пятен крови нет. Здесь нет благодати. А, ну вот, мы опять сюда прибежали. Все, я... Ой-ой-ой. Я понял, так. Ладно, проверим за чек босса. За чек босса. Какая-то шляпа. Какой-то сет целый мне. На мага, видимо, выдали сет. Хорошо. Хорошо. Благодать. Ура. Благодать, хорошо. Еще одну открыли. И что нам это дает? Картина. Сопрем картину. Что нам это дает все вообще? Ничего не дает же, да? С этим я могу? Это босс, да? Нет, это трупак. Это трупик. Хорошо, дальше бежим. Открыть можем? Открыть можем. Я надеюсь, это босс. Это же босс? Нет, это обходной путь. Это обходной путь. Это газовая камера, я с ней не хочу пока. Опять газовая камера. С ними не хочется драться. С ними не хочется. Так, ну это путь к луту, что ли, просто? Все, тут больше кроме лута, видимо, ничего нет. Видимо, кроме лута здесь больше ничего нет. Так. Еще лут. И там лифт. Там лифт. Топорик. Это лифт? Это лифт к боссу? Это лифт к боссу? Нет? Да, нет, да. Потянуть рычаг. Ну, тянем. Это лифт к боссу, да? Да. Мы куда-то поехали. Так. Мы к чему-то пришли. Мы к чему-то уже дельному пришли. Благодать, прошу. 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 Там благодать, да. Хорошо. Благодать есть. Но у нас есть боссы, получается, ящерица. У нас есть босс, получается, этот, как его звать? Какой-то дерево Эрт. У нас есть вот этот босс. Сейчас его заберем. Сейчас ему накостыляем по ногам. Хорошо. И там портал, нихуя себе. Портал. А он портал защищает, наверное. Прыгиваем. Прыгиваем. Ему можно что-то бить? А, ему можно вот так сделать. Не знал про это. Все, что ли? Хорошо. Тихо-тихо, назад, назад. Сейчас он кинет в меня камни. Оп! Нет! Это серьезно сейчас было? Бежим еще раз. Еще раз заберем этого босса. Мы уже его забрали, ну почти, но еще раз. Ничего страшного. Ничего страшного. С кем не бывает, просто ёбнулся, блядь, с обрыва.
Ну нет. Надо быть у него в ногах, да и все. Тихо. Выбил из-под ног. Да, блядь. Вставай. Сейчас крит урон ему. Ёбнем. А чё, не могу? Побежал и кинет камни. Крит урон ебём. Не могу. Не успел, видимо. Нырять. Нырять. Назад! Назад! Банка. А чё, а как он так? Да как? Блять, не хочу умирать. Не хочу умирать. Дай не умирать. Что-то он какой-то жирный, блин. Мне казалось, раньше он был не такой жирный. Все, умер. Наконец-то. Так, хорошо, мы открыли проход к какому-то порталу. Зачистили тут босса. И открыли проход к порталу. Ну, давайте отправимся. 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 О! Мы у босса, да? О! Мы здесь еще не были. Мы, наверное, у босса. Наверное, мы у босса. А, не поддается, нихуя себе. Ключ нужен. Видимо, все, я так понимаю. То есть мы у босса, а нам нужен ключ, которого у нас нет. Хорошо. Ладно, открыли. Поехали открывать дальше. Потому что, ну, уже все, уже надо уже начинать ориентироваться в этом пространстве. У нас есть босс-ящерица, с которым мы можем посражаться. У нас есть босс, получается, еще какой-то. А, это дерево Эрд, с которым мы можем посражаться. Так, хорошо. Это мы здесь. Зачем ты умираешь? Есть же fast travel. А, я забыл про это точно. Не знаю. Потому что тупанул. Не надо быть таким тупым, потому что... Так, а здесь что? Так, ладно. Блять, он наверх. Ты не пинай меня! Не пинай меня! Пинает он меня, блин. Ой! Не то, не то! Не то. Не то нажал. Ладно, сюда не надо. Сюда мы вернемся обратно. Нам надо не сюда. Нам надо в другую сторону. Куда бежать просто? У меня глаза разбегаются, куда бежать. Сюда, да? Так, а куда мы бежали-то уже? Что-то я все забыл нахер вообще. Все нахер забыл. Сюда мы бежали? Откуда мы прибежали? Нет, здесь мы не были. Рычаг, нихуя себе. Ну-ка, потянем. И что я сделал? Я ворота открыл? Да, блядь. Я вот эти ворота открыл, да? Я вот эти ворота открыл. Хорошо. Вот эти, да? Правильно? Вот эти ворота я открыл. Или какие-то другие большие ворота. Самые большие ворота.
Так, здесь я помню. Здесь я помню. Это мы пробежим. Так, это мы пробежим. Ну что, сбегаем тогда в эти ворота? Сбегаем, посмотрим. Это же они? Или не они? Ну, я здесь уже был. Вроде эти. А, ну я просто, видимо, быстрый ход открыл. А, я вот эти открыл. Во. Все. Все, я вот их открыл. Потому что здесь я уже был. Потому что здесь я уже был. Куда я еще могу? Вот сюда по дереву могу. По-моему, сюда не ходил. Сделай снадобье. А как его, а его надо сделать? Его каждый раз надо делать? Я думал, оно у меня, типа, я его просто ролю и все. Может мне туда? Может мне туда? Наверх? Сейчас. Так я же его заролил, мне казалось. Мне показалось, я его заролил уже. Это спамеры тут. Это спамеры проснулись. Так, ну туда еще попробуем сбегать тогда. Вначале сбегаем сюда. Потом сбегаем... Чего? Не, а можно я вас... Я вас не буду просто трогать? Что-то не хочется вас всех бить. Давайте я спокойно... Спокично обойду. Спокично обойду вот сюда. Я вас не потревожу. Мне за вот этим лутом только. Мне только за лутом. А, так тут, блядь... Опять смазка, очередной вид. Святая смазка, блядь. Извините меня, конечно, но это... Святая смазка, это уж прям совсем... Это уже прям мем. Святая смазка, это мем. Я сделал, только как его юзать-то? Сделать-то я сделал. Как юзать, не знаю. Это босс? Похоже на босса. Можно еще выше туда забраться. Да, здесь есть клин. Здесь есть клин, с которого мы можем, видимо, встать. Сейчас. Хорошо, это запомнили. Нет, видимо, все, да? А все, да, ладно. Наверх туда... Ну, здесь, если есть клин, значит, мы здесь можем резаться. Значит, это, наверное, босс, я так подозреваю. Да, босс! Ну, наконец-то! Готфри! А, что это такое? Почему он золотой? Так, надо учить его атаки. Я могу вызвать. Ну-ка, вызовем. Топает. Урон. Да, блядь, ну... Да, продышать, продышать дай. Он, я так понимаю, тоже уязвим к... Не уязвим к этой... К проку. Моему. Кровотоку. Надо учить его атаки. Так, удар. И удар... А, топот. Он похож на рыцаря Горнилу с этим топотом. Если у него такие же удары... Потом... Получается... Топот плюс поворот. Просто пере... Так, так, так. Ладно, это потом. Это по-любому от прыжка надо отпрыгивать. Блять, я рано, рано. Я что-то рано прыгаю. Нихуя он далеко стреляет. Что-то я рано прыгаю. Да, блять, надо его атаки учить. Нет, все. Все, хорошо. Это хотя бы что-то, можно это уже проходить. Потому что... Босс это уже хотя бы что-то.
Готри первый повелитель Элдена. Похож на этого, как сказать. Похож на сюжетного босса. Поэтому проходим. Вы есть смысл бить катаной? Или нет смысла? Ага. А руны где? Или срать уже на эти руны, блядь? Чтобы лишний раз... Так, топот и удар, и круговой удар. Топот, удар и круговой... Долгий круговой удар. Удар и долгий... А, быстрый круговой. Потому что я близко, видимо. Долгий! Хорошо. Долгий, ага. Топот. Удар. И долгий. Долгий. Вот так вот, ага. Прыжок. И удар. Прыжок. И долгий, да, блять. Все, не могу запомнить никак. Долгий, блять. Вот так вот. Топот. Оп. И нет. Быстрый. Ну, блять. Да, блять. Не то делаю. Угу. Так. И оп! И долгий оп! Долгий будет? Тихо-тихо! Тихо-тихо! Вот это плохо. Сейчас умрем. Так, ну он перед собой бьет. Так, да. Не, в принципе, такой. Надо просто запоминать его удары. Просто переключаешься на снадобье и юзаешь как банку. Ага, понял, понял. Понял вас. В принципе, такой босс, ну, в смысле, его осилить можно. Я, кстати, еще забыл сейчас мух призвать. А мухи — это хорошая тема. Пробуем мух призвать. На каком-нибудь из этапов, когда будет время, призовем мух. Срать на руны, не хочу их подбирать. Это такой прыжок, ага. Так, нет. Нет. Топот, ага. Туда мы не пойдем, будем на поляне драться. Будем на поляне. Ой, топот забыл. Еще? Да, блять, еще! Сука, заебал! Продышаться надо. Так, а снадобье мне, наверное, надо это. Чтобы на снадобье переключиться, мне, наверное, надо... Как сказать? Его поставить в мой рюкзак. Сейчас. Посмотрим. Снаряжение. Вот сюда, наверное, надо поставить его. Во. Все, понял. Так, ну сейчас он ко мне полетит. Нет. Так, топот забыл. Да, блять. Выжили. Еще один удар. И еще один. Ни хрена серия, блять. Это плюс половина хп, так-то норм тема с надоби. Ну да, если когда банки закончатся, заюзаем. Не, ну он ебет. Ебать, он там серии, блядь, пуляет, нахуй, из, блядь, 6 ударов или скольки там, 5. Сейчас посмотрим. Так, давай, полетел.
Полетел, полетел. Как к нему сходим, блять? И все? Зря я банку юзнул. Тихо, тихо. Блять, ну я забываю. Забываю, забываю, забываю. Надо учить его мув. Надо учить, как он мувается. А я забываю выучить. Я просто, блядь, бью его как этот. Хорошо. У него есть удар перед собой, он быстрый. У него есть серия ударов. Вот серию ударов я пока не выкупаю. Это просто надо, видимо, это, заучить ее. Блядь, сверху. Долгая, да долгая серия, долгая. Долгая серия. Как читать долгую серию, я что-то не понимаю. Так, хорошо, ладно, 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 ладно. Экономим банки, учимся читать серию. Экономим банки, учимся читать серию. Долгий, блядь, долгий. Сверху это долгий, долгий. Но на него не работает кровотечение, я так понимаю, потому что она вообще ни разу не прокала. Катана вообще ни разу не прокала. Но у меня посильнее пушки, чем катана, нет, поэтому... У меня выбора нет. Опять топот, блядь! С раскрутом. Ой, вперед! Ага, когда назад он делает, он вперед бьет. Быстрый вперед, когда назад. Когда он делает раскрут, он, получается, долго бьет. И в принципе от него даже от этого раскрута можно увернуться без ролла. Просто за спину ему заходишь, и он вот так вот его вперед ебет. Ага. Вот это мне не надо было. Надо было его порубить лучше. Так, уходим. Блять, ну, чуть-чуть. Хорошо, не-не-не-не-не, надо проходить, надо проходить. В принципе, ничего сложного, надо проходить. С короткой серии, да, рукояткой все равно бьет. То есть он с самой вот этой дубиной не попадает. Но рукояткой бьет. Так, я сейчас тогда, знаете, как предлагаю сделать? Предлагаю все-таки снадобье юзать первым, чтобы оно мне хилило половину хп. Оно мне там еще силу апает. Оно мне еще силу апает. Это значит, что... Значит, то, что мы отхилимся, я апнем сразу же себе силу на бой. Так, ну от этого... А забыл. С раскрутом долгий. Удар в прыжке на него вообще не работает. Это забей. Это нахер надо. Это не надо юзать, удар в прыжке. Вот они, соус игры, прокачивался по гайдам, а банок мало все равно. Да не, нормально банок. Не, в смысле мало, к тому, что... Потому что я их юзать... Юзаю зря. Да, блядь, ну все нахуй! Он меня все попал! Просто все! Так, когда он делает быструю серию, если я стою перед ним, он меня дальше тыкает. То есть он делает раз, два и тычок. После тычка бьем. Когда он делает долгую серию, когда бьем? После раскрута? Или что? Что-то я не могу вообще. Вообще не могу заучить. То есть он как всегда разный, у него слишком много атак, я вообще не могу их выучить. Я уже аж покраснел весь, блядь, вспотел. Реально, потный босс. Вот это называется потный босс. Блядь, забыл! Разворот забыл, ну разворот уж можно выучить. Опять топот. Воткнул, поднял, после красного тычок, если я спереди. Блять, ну не могу я выучить, ну это пиздец. Слишком много атак, слишком. Я каждый раз как будто, блять, с чистого листа его прохожу вообще. Уже не помню его атаки, уже просто с чистого листа. Да, блять, ну продышать дай! Дай продышать! Да продышать дай! Тычок. Так, после тычка нахуй не бьем. После тычка не бьем. Какого хуя я бью после тычка? После тычка он еще, блядь, 10 комб делает подряд.
Хорошо, пол хп сняли, пол хп сняли, ладно. Ладно. Пока что пол хп. Какие-то удары мы уже выучили. Какие-то удары уже выучили. Блять. Да, сука, забыл! Забыл удар, опять! Опять забыл! Забыл удар с поворотом. Что такое ты будешь делать-то, а? А после топа-то он что делает? Я каждый раз забываю. Я каждый раз после топа-то, как, блядь, с чистого листа его прохожу. Он топает, и все, я не знаю, какую он серию делает. Блядь, да выучить уже можно было. Да, блядь! Так, стоп. Когда он втыкает вперед, он потом это и красный делает. Красный чуть подольше. Хорошо, я после топа-то буду просто от него отходить. После топа-то буду просто пытаться от него отойти, чтобы он серию не заканчивал. Потому что серию я выучить не могу. Банка. Да достал, достал, пидорасина. Извините. Запреточка. Осуждаю, осуждаю такие слова. Блин. Опять под топ отпадаю. С разворота. Так. Красный, красный. Красный. Так, давай. Вот это хорошо, вот этот стан. Я не знаю, как я его выбил. Да ну я вышел, вышел из него. Так, тихо. Это нельзя так делать? Нельзя! Так, тихо. Не достал. Опять забываю, долгий. Прыгать, блядь. Так нельзя делать. Так нельзя делать. Потом прочитаю про стан. Все равно попал. Мухи можно? Мухи? Мухи, мухи, мухи. Ну, он нас всех вместе ебет, короче, вместе с мухами. Блять, а можно не в них? Оп. Да, блять. Отпрыг, отпрыг, отпрыг. Отпрыг. Четыре банки есть. Прыгать, прыгать. Так, тихо. Ну, ну с разворота-то, ну. Две банки. С разворота давай.
Убил? Я его убил! Чудом. Чудом убил. Чудом убил. Стан происходит в результате твоего урона по стамине противника. У тяжелых орудий урон по стамине не больше. Они чаще станят. Жадничал очень в конце. Да жадничал, уже хотел забрать, да. Ну, я не профессиональный игрок в Souls игры. Это моя первая и последняя Souls игра, которую я прохожу. Поэтому это. Поэтому это. Так, отойду пописаю и запишем еще одну серию. Мы на стриме пишем сразу несколько серий. Я думаю, это будет последняя. Надо все-таки замок изучить и посмотреть, куда мне дальше-то идти. Все, пописаю. Так. Я уже весь красный и потный, по мне, наверное, видно. Это ебать, это просто ебать. Это Готфри меня так вспотел. Короче, Готфри забрали какого-то желтого. Не знаю, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. У нас есть еще босс-ящерица, с которой, скорее всего, упадет семечко. Ее надо забрать. И босс с какими-то рунами. С какими-то рунами босс этот, древо Эрд. Вот надо их двоих забрать. Вот, цель. Цель такая. Цель такая. Точнее, цель на следующую запись такая. Вот. А пока я переключу свет.